Футбол – один из самых популярных видов спорта среди подростков. Секрет его популярности в его простоте и универсальности. Кто-то занимается им профессионально, а кто-то просто любит погонять мяч на стадионе. Активно занимаются этим видом спорта и школьники на дворовых площадках, принимая участие в различных соревнованиях. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. С чего начинается футбол? Во всем мире одинаково. Один мяч, одна свободная поляна, двое ворот и, конечно же, мальчишки и девчонки, живущие в твоем дворе. Вот уже более 10 лет в нашем городе проводится всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди дворовых команд. И каждый раз юные славянцы с удовольствием принимают в нем участие. Потому что это хорошая игра. Я много пробовал другие соревнования, но мне больше понравился этот. На футбольном поле в лицее номер 1 собрались 20 команд, в составе которых мальчишки и девчонки из разных школ нашего города. Их объединяет то, что они действительно любят футбол. Несмотря на то, что это в основном мужской вид спорта, Света Луценко также участвует в турнире и не намерена уступать своим соперникам. Мне нравится футбол, потому что это действительно интересный, увлекательный спорт. Приглашается команда. Я его очень сильно люблю. Со стартом долгожданного турнира поздравил ребят глава Славянского городского поселения Александр Коновалов. От души вас поздравляю с началом Олимпийских игр на Кубок губернатора. Победы вам и дружной команды. Победит пусть сильнейший. С праздником. Всекубанский турнир по футболу среди дворовых команд пройдет во всех муниципальных образованиях края. Сначала определятся победители на районном уровне, а потом выберут лучшую команду в крае. С каждым годом поклонников у этой игры становится все больше и больше. А участие в соревнованиях – это отличная возможность показать не только на что способен, но и сыграть в любимую игру. Это привитие им любви к спорту, к занятиям физической культурой, чтобы они, во-первых, заразились этой любовью, во-вторых, пронесли это через всю жизнь. И, может быть, не футбол, по поводу которого мы сегодня собрались, но выбрали для себя любимый вид спорта, занимались этим видом спорта, любили его. И в дальнейшем учили этому своих детей и внуков. Многие футболисты мирового уровня начинали свой путь со двора с задорной, веселой игры с друзьями. Таких примеров множество. Участники турнира по футболу среди дворовых команд – непрофессиональные игроки. Хотя, как знать, быть может, кому-то из них суждено стать футбольным профессионалом и в будущем защищать честь нашего района на международной арене. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».